Сегодня исторический день для нашей Родины, для нашей огромной Родины России. То, что сегодня первый день референдумов на Донбассе, в Луганщине, в Херсонщине, в Запорожье, это логическое развитие того, что 8 лет назад началось здесь, в Севастополе, на площади Нахимова. И поэтому сегодня севастопольцы просто не могли не прийти на вот это, на эту историческую площадь, в наше место силы, где в 2014 году все начиналось. Начиналась новая страница гордой и великой истории нашей страны. И мы уверены, что наши братья и сестры на освобожденных территориях и в наших братских республиках сделают свой выбор. Они об этом уже говорят долго, долгие 8 лет они этого ждут. И сегодня это случилось. И мы знаем, что Россия поддержит их выбор, и обязательно мы станем сильнее, увереннее, и мы по-настоящему докажем всему этому миру, который считает, что России может не быть, что Россия есть и будет всегда!